Поблагодарили. Потом мы рады гостям. Разделите с нами трапезу любви. Ну кто-нибудь еще сбегай. Позовите, скажите, мы рады всегда пригласить вас. Я не побегу. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Освети дары, посылаемые Тобой словом истинной молитвы. Исполни сердце благодарности. Как много Ты даровал нам, Господи, познание Тебя, веру в Тебя. Слава Тебе. Благослови наше пребывание здесь. И даруй тишину и мудрость на костре детям, чтобы не был нарушен порядок. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови Виктора и Анну и возврати их в мир. Наших братьев-то нету, пастухов? Нет. Они там, на пруду, возле костра. Они уже обернулись от скажу? Они на пруду возле костра. Хорошо, на пруду возле костра, то есть гонят. Да. Ах, вон там. Ну, больше что сказать, слава Богу. Видите, мы думали поднять хотя бы на метр, это красивая ветка склонилась. А получилось, что подняли больше, чем на 2 метра. Я даже не ожидал это. Благодаря тому, что лестница так удачно была сделана. И сильно давили братья. Сестры тут подскочили все, вот когда дружат. Сегодня на костре, я прошу, будьте внимательны. Деревенские не лезьте. Особенно, когда поют. Никакой игры, чтобы не было. Тараси. Ты меня слышишь? Да. Не надо, надо кому играть, мы не запрещаем. Уйдите туда подальше на 50 метров, там хватает. Но не бороться, ничего, а просто там побегать охота тебе. Ты сегодня набегался, я гляжу, едва ноги дотащишь до кельи. Дальше идет, едва-едва плетется. Ну, слава Богу, платочки у всех. Ну, что сказать. Все, за стол. Братья сейчас придут. Видишь, сколько у него энергии. Тараси, ты едешь вспоминать эти бойки. Играла ласточки у вас. Здесь. Далеко они, нет этих, может быть, как раз вечерние. Сейчас гляну. Так, много там не лезь, Ника, вылазь. Внимание! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Ешьте до света. Я выписал справку, что работала Ксения Дмуха. Куда ее девать? Кому? Мне отдадите, я отвезу. Понятно. Когда? Я договорилась, когда домой поеду 12-го. Уже все, я выписал, только поднести. Я не знал, куда, я думала, через Барабаша. Нет, нет, я с ней поговорила, хорошо, она сказала, что через меня 75 можно... часов. А сколько в школе требуется? Не знаю. Две недели. Две недели. Две недели. Две недели и еще там несколько дней. Я подсчитал все сейчас по дневникам, по своим. В среднем 5 часов. Две недели надо в школе. А нам можно такую справку, Ливии? Пожалуйста. Пусть можно? Закажет, как кончит, так тоже день выйдем. Тоже на бланке с печатью, с подписью, с телефоном. Наша справка имеет государственное значение, приравнивается, которое у них, а может даже и больше. Мы указали, что пилили дрова, пололи в огороде, носили воду. По славу Богу. Нет.
надо на чайку складывать, я буду носить. Неси, неси уже эту полоску, неси. Да, вот нет, девочки, а я грязная? Нет, чистая. Это для тихонечки. Сейчас дадут, Саня. Не пили, то сейчас дадут. Много кошкам не давайте, а сколько съедаете, чашку убирайте, а то воробьи все расклевывают. Видите, надо мне все. Наши братья. Вот это еще одну и все. Сейчас посмотрим, где наши братья. Вон еще корова, только где. Сапоги надо обуваться. Все носки уже грязные.